Ну что, ждем присоединившихся. Так, привет, как меня слышно? Я постаралась сегодня заглушить звуки извне. Как меня слышно? Микрофончиком. Всем привет. Привет. Добрый день. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста. Сейчас у нас веселый мороженщик проедет. Как меня слышно? Отлично. Слышно очень хорошо. Спасибо большое, Виктория, за ответ. Отлично, Анна-Мария. Благодарю вас за ответы. И сегодня мы поговорим о питании и о знаках зодиака, и о аюрведе, да, вот так. Конечно, эта тема очень большая, и ее рассматривать нужно прям долго и не одним прямым эфиром. Мы рассмотрим основные понятия. Но прежде чем... спасибо, Диана. Прежде чем начать говорить о питании, мы поговорим... В конце будет розыгрыш. Розыгрыш... Те, кто откомментировал мой пост, случайный генератор чисел выберет там, от 1 до 25, получилось 25 человек. И всем привет, сегодня чудесный день, и мы выберем абсолютно случайным образом одного человека. Никому активации не помешает, я думаю. Вот, ну, я начну, наверное, с такого понятия, почему, допустим, у человека, там, не знаю, кто вот вы меня изучали нумерологию, да, есть хорошие показатели числа, а у человека они не проявляются. Или, допустим, вроде бы там какой-нибудь хороший знак зодиака, хотя все они по-своему хороши, и у всех есть какие-то моменты для проработки, но человек не пользуется ими, ну, как бы в благо, да. А почему это так происходит? Потому что есть различные проявления наших состояний. В ведической астрологии их разделяют, ну, вообще, как бы в ведах их разделяют на три состояния или три гуны. Три гуны – это сатва, раджас и тамас. Что такое состояние сатва? Сатва – это состояние принятия, состояние покоя, осознания. Это духовность, это когда человек живет в духовном, просвещенном мире. Спасибо, Кристина, за комплимент. Раджас – это когда человек живет в страсти, да? Это когда человек стремится куда-то, стремится к заработку, основные его цели материальные, он все время вот такой либо на нервах, либо он беспокоен, такое вот, вот состояние. Вот сейчас вы определите, к какому, какой гуне вы относитесь. А человека... И третье – это тамас. Тамас – это когда человек лень, безинициативность, когда ему ничего не интересно, сонливость. Эти состояния, это не значит, что человек рождается, да, и все, он либо в раджасе, там, либо в тамасе, либо в сатве, в состоянии в этой гуне пребывает. Он может постепенно пребывать в каждой из гун. И гармоничное сочетание этих гун, да, которые вот должны у человека находиться в течение жизни, это состояние вот именно той гармонии, и, в котором должен находиться человек. То есть если у человека преобладает раджас, он все время думает, он нервничает, он думает, как бы заработать, он думает, что делать, чтобы было лучше, я не знаю, постоянное беспокойство беспочвенное, нервозность. Одно из таких вот, можно сказать, еще такое вот себя описать, если вы относитесь к раджасу, любовь к кофе, алкоголю, потому что это тоже как стимуляторы, да. Вот, и... Тамас должен проявляться во время сна, во время того, когда вы отдыхаете. А сатва – это основное состояние. Есть даже такая легенда, которая рассказывает про трех рыбок, про состояние сатвы, раджас и тамас. В большом пруду жили три рыбки. Их звали, соответственно, сатва, раджас и тамас.
И одна рыбка говорит другим: посмотрите, наш пруд, постепенно вода уменьшается, значит, скоро он пересохнет. Давайте перейдем через перешеек в другое водохранилище. Я знаю, что там, ну, всегда будет вода, и там всегда будет хорошо. Вторая рыбка и говорит: ну что ж ты напридумывала? Нет, вот смотри, наш пруд есть, здесь все хорошо, мы живем здесь, и даже как бы хватит, наслаждайся тем, что есть, да? А третья рыбка говорит: как бы мне без разницы, мне вообще как есть, так есть, да, я живу, как куда направит течение, туда и плыву. А в итоге, еще первая рыбка еще такое сказала: вот придет, как бы будет слишком мелко, придет рыбак, очень легко нас выловит. И действительно, в какой-то момент пришел рыбак, всех трех рыбок выловил и съел. То есть здесь очень такое описание, это вот небольшая такая легенда о том, что пруд – это наша жизнь. Одна рыбка может говорить о том, что давайте посмотрим, наша жизнь с каждым годом уменьшается, да, давайте посмотрим, а может быть, есть какое-то другое царствие, да, я не говорю про религию, но в целом, может, нам нужно развиваться, чтобы достичь определенных состояний. Прошу прощения за бэкграунд, ну, это соседи, ничего не могу сделать. В другое состояние мы будем развиваться в этой жизни, да, чтобы пересечь этот перешеек. Вторая говорит: да ладно тебе, наслаждайся тем, что есть. Здесь у нас вон все хорошо, мы тут счастливы. И не надо думать, что там... Это вот тип людей, которые говорят, жизни после смерти не существует, поэтому может сделать все, что угодно. Да? Для них не страшны никакие там наказания. А третье, ну, это тамос, и это, ну, как есть, так есть. Живу, ну, и ладно, как бы поел, попил, лег спать, и все. А у каждого из нас бывают состояния разные в течение жизни, они должны быть гармоничными, да, все равно должна быть конечная цель, это развитие каждого человека, живого существа на этой земле. Развитие не обязательно материальное, но материально не предполагает, что это плохо, то есть оно тоже должно быть. Все должно быть в гармонии, то есть стремление к получению благ, стремление к развитию и стремление к покою. Только тогда будет вот благоприятное расположение планеты, благоприятное показание планет. То есть, соответственно, если у вас пристрастие в еде, да, допустим, вы перешли на вегетарианскую пищу, вам больше хочется такой чистой пищи, значит, у вас больше сатвы, значит, проявление больше сатвы, потому что когда нет желания себя как-то в радость, да, вот какую-то доставить только с помощью пищи, а пища просто является способом поддержания жизнедеятельности, наслаждения, но другого, не того, который мне хорошо, того, что я ем, да, какую-то пищу. Это сатва. Если вам все время хочется какого-то допинга, не знаю, там и сладости, и копчености, и чипсы, и кола, да, и кофе, и сигареты, и алкоголь, это все раджас. Тамас тоже алкоголь, но там уже наркотики, там тяжелая жирная пища, там фастфуд. Это вот тамас. Вот определите, в каком состоянии вы, и попробуйте гармонизировать, потому что состояние, оно очень много, очень сильно влияет на вас, на ваше качество жизни. Это так, скажем так, небольшое отступление. Еще такой момент, что человек, если он находится в состоянии раджас, в конце своей жизни есть такая легенда, что он потом перерождается в семье либо в окружении корыстных людей, где для них самое главное – это материальное. Ну, все можно гармонизировать, Анна. У меня тоже часто раджас, я тоже не могу терпеть. Для меня это... Вот я постоянно пытаюсь это гармонизировать, потому что я знаю, что во мне... Я люблю кофе, да, я не люблю ждать. Я люблю, когда... Вот даже когда я что-то... Я отдыхаю, я думаю, что бы мне сделать полезного во время отдыха. То есть вот это вот дева в состоянии раджаса, это немножко такое огонь. Вот. А если человек умирает в состоянии тамаса, когда, то есть он находится в состоянии тамаса, когда ему безразлично все, да, он просто там кушает, пьет, спит, то он перерождается в животное. Но животное не считается плохими, это считается просто человек, ему не нужны, как бы он не хочет развиваться как человек, он будет развиваться как животное. Когда он поймет ценность человеческого существования, он опять переродится в человека. Вот это такое небольшое отступление про гунны.
Надеюсь, вам было интересно. Это просто как понимание, какие доминируют над нами состояния, что они могут давать. Вот, но поговорим про аюрведу. Что за основу берется аюрведы? Основа аюрведы – это то, что люди делятся на три доши, комплекция человека, сам человек, да, это тоже, эти доши, они должны быть гармонично развиты в человеке. Доши называются вата, пита и капха. Доминирующая вата, да, если вата, что это будет, значит? Это будет, это такие творческие молниеносные натуры. Они вот очень быстро обучаются. Это воздух еще, да? Они при потреблении пищи они могут больше хотеть, чем съесть, да? У них там вот поставят такой вот представитель, да? Но могут насытиться малым. Представителям вата им сложно, когда температура понижается, они некомфортно себя чувствуют, когда холодные ветра, да, вот такое вот открытое пространство, холодный ветер. У них много энергии, она проявляется вспышками, им нужно вот контролировать эту энергию. Достаточно быстро устают, то есть они могут направить свою энергию на что-то, отдать ее, и потом у них все, вот как бы такое, знаете, усталость. Для них достаточно характерно среднее телосложение. Они достаточно сфокусированы, организованы. Но это люди, подвижные люди, проще говоря, да, люди подвижные. Для них не характерно особо каких-то таких сложности в весе. Я расскажу по знакам зодиака, какие знаки зодиака наиболее предрасположены к полноте. Вот. Но для них характерно нервные расстройства, потому что при таком движении, да, когда все хочется сделать, иногда перенапряжение это сказывается. Но не только. Для таких людей характерны еще различные аллергические заболевания, органы дыхательных путей тоже могут быть люди доминирующие вата. Я вам рассказываю, какие вот в аюрведе, да, основы. Если доминирующая капха, такая доша, они достаточно замедленные, доброжелательные, они склонны к полноте, они достаточно постоянные, физически сильные, но они достаточно долго могут обдумывать и говорить медленно, да, что вот если вы знаете, с кем там своего партнера, если вы вата, вы живете с капхой, вам иногда хочется договорить за такого человека, когда он, ну, не знаю, вот я думаю, ты думаешь это, потому что вата не может, вот представители доши вата, да, люди, они не могут терпеть, когда вот слишком много отнимают времени бесполезно, для них это вообще просто какой-то вот, это ужасное состояние, когда они теряют время. А капхи, они не спешат, они наслаждаются жизнью. Для таких людей есть такая склонность к сладкому, для такой вот... Они не любят холодную погоду, важно, они любят солнышко. Ну, это вот, можно сказать, представители, как вот, знаете, телец и весы. То есть телец и весы, они, в принципе, любят комфортную жизнь, да. Вот это представители капха. Но не любят особо много такой вот... жизненных энергий куда-то отдавать, да, то есть они любят все делать размеренно, где-то это и хорошо. Доминирующая пита, если доминирующая доша пита у человека, это похоже на вату, но они властные, они, это в принципе похоже на раджас, да, когда страсть такая, страсть в негативе, в неведении, в таком, в неправильном направлении, она может характерна быть для питы. Если она в правильном направлении, они руководители, они могут людей как-то направлять, они могут заряжать энергией, но они более склонны к анализу. Если они могут и подождать, да, но когда нужно, они действуют прям целенаправленно.
такая доша, люди такой доши, они обгорают быстро на солнце. Причем вата первые, которые энергичные, они очень хорошо загорают. А капха вообще, им лучше не ходить на солнце, потому что это, знаете, люди даже не вышли на солнце, но уже сгорели вот такого типа. Что необходимо делать? Вы определили, к какому типу вы относитесь. Если ваша доша вата, да, если у вас тип вата, что необходимо для того, чтобы гармонизировать это состояние, ну, как бы вас. Для ваты важны правильные привычки, для них важно создать график, дисциплину, для них важно планировать, потому что именно нервные расстройства зачастую бывают из-за того, что... Добрый день, Мариночка. Из-за того, что бывает слишком много и сразу, да, из-за этого нервное расстройство, кажется, что ничего не успеваешь, а делаешь много, либо делаешь, не выставляешь в приоритет то, что на самом деле должно быть. Для них хорошо планирование очень. Для них хорошо очень физические упражнения тоже, чтобы они были такими не сильными, там не тягай, да, как-то гири, не тяжелая атлетика, а чтобы было такие вот, знаете, обычные упражнения, йога, но чтобы они были систематически. Не один день сделал, а потом, когда вспомню, да. Потому что для ваты есть такой момент, что они могут вот в начале года записать, я хочу выучить японский, там, не знаю, испанский, поехать туда, сделать там такие вот желания, которые пытаются сделать сразу в одним днем, да, каждый день. И в итоге они перегорают потом, потому что это чересчур. Вот для них главное планирование. Так, у меня тут небольшие мои заметки, что бы я хотела рассказать. Питание. Что следует вате придерживаться, типа доши, да, если вы чувствуете, что вата. Как я уже говорила, здесь необходима обязательно систематичность, здесь необходимо принятие пищи, вот там не пропускать их, но и не кушать, когда там до такой степени, что чересчур, да, им нужно сохранять эту энергию. В принципе, они достаточно хороший метаболизм, они часто, ну, менее склонны к полноте, чем другие доши. Для питы, да, для них необходимо пытаться увидеть. Здесь питание важно, да, но здесь и какие-то другие еще моменты важны. Для питы необходимо быть более человечными. То есть они, если они руководители, они могут больше замечать какие-то свои ценности, потребности, но именно человеческий фактор для них может быть как-то менее важным. Для них важна человечность, для них важно употреблять больше овощей, зелени обязательно, да, потому что нехватка может быть вот витаминов для капхи. Здесь, во-первых, сладкое, да, здесь не должно быть. Я скажу еще, какие знаки зодиака склонны, у кого Венера проявлена, кто склонен к сладкому, ну вот тоже, если по капхе. То есть сладкое нужно убирать, здесь нужно больше физической активности тоже, потому что люди склонны жирную пищу убирать, так как склонны к полноте, разный фастфуд, все это убираем. Здесь очень много градаций может быть, да, мы можем это долго и рассматривать, но я вам рассказала основные понятия аюрведы. В чем основные такие понятия аюрведы? Во-первых, кушать, пить воду не тогда, когда, там, знаете, есть такое, что надо пить 2 литра воды, да, но не всем это подходит. То есть кому-то, допустим, у кого почки. Им 2 литра воды не подходит. Пить надо тогда, когда у вас есть жажда. Но следует учитывать, что это должна быть именно вода, очищенная вода, не сладкие соки, не чай, не кофе, а именно вода.
То есть здесь нет для каждого, прям чтобы 2 литра обязательно там, каждому человеку выпивать. У всех своя норма. И эта норма, наш организм очень хорошо показывает, сколько нам нужно этой нормы. Если вы чувствуете жажду, попейте. Не надо вливать, особенно пагубно, когда вы вливаете прям 2 литра сразу, выпиваете воды, вот всю норму выполнил, да, и все хорошо, и мне больше не надо пить. Это очень пагубно влияет на организм. Здесь нужно либо такое постепенное, да, как бы пить воду в течение дня, либо вообще по аюрведе советуется, как у вас есть проявление жажды, когда тогда и пить. Относительно приемов пищи здесь то же самое. Для кого-то, вот, допустим, как для доши ваты, да, для них важно расписание. Но в целом в аюрведе тоже говорится о том, что человек должен принимать пищу 3 раза в день, не позднее за 2 часа, чем до сна, потому что если вы принимаете пищу позже, она не успевает перерабатываться, и это уже продукты, которые нам вредят, да, которые потом вызывают различные болезни. Потому что если вы кушаете пищу, и она не перерабатывается до конца, если слишком быстро через там, приемы, да, то, соответственно, она остается, и она начинает влиять на вас, на заболевания вызывать. Вот это то, что есть в аюрведе, такие моменты. Пища должна быть, считается еще очень важным, не знаю, задумывались вы или нет, процесс приготовления пищи. Почему не советует аюрведа кушать пищу, которая вот там, допустим, заморозки, либо полуфабрикаты, а готовить самим? Потому что пища – это не только насыщение организма. В аюрведе есть такое понятие, что человек – это как божество, да, и, соответственно, для того, чтобы поддержать энергию этого божества, необходимо питание. Питание – это как дары себе вы преподносите. И эти дары, они должны быть не только питательными, но они должны быть правильно приготовлены. Правильно приготовленная – это энергия ваша, с которой вы готовите. Если вы готовите, вы злитесь, там, не знаю, кромсаете все, эта пища не принесет благости ни вам, ни вашим родным. Сейчас немножко тут зависла, смотрю, переподключается. Интернет, прошу прощения. Создание пищи – это своего рода акт, даже такой включить приятную музыку, да, в аюрведе это медитационная музыка, создание настроения, с каким вот посылом вы делаете эту еду. Попробуйте, я не знаю, насколько это кажется немножко таким странным, да, но на самом деле даже какие-то вкусовые параметры пищи меняются, я это заметила. Если готовишь в стрессе, там, быстрее, ты как-то не отдаешь энергию свою благостную, да, там, не желая счастья людям, которые это покушают, как бы не наслаждаетесь этим процессом, то чаще всего либо какое-нибудь бывает такое, что ну, несварение, какие-то проблемы, пища не приносит благость. Это энергия, да, наша, она прям в пище, поэтому находится. Поэтому здесь важно очень, чтобы пища была приготовлена в благости. То есть попробуйте, это важный момент. Кажется, что мы привыкли все это делать на автомате, особенно там, не знаю, перекусы какие-то, да, кто-то нам приготовил бутерброды какие-то. Эта пища приносит просто возможность нашей жизнедеятельности, да, то, что мы существуем. Не знаю, что с интернетом, прошу прощения. Вот, далее, то есть процесс приготовления пищи тоже очень важен. Далее, давайте поговорим, наконец-то, наверное, то, что вас интересует, это знаки зодиака и питания, что характерно, что нет. Овен. Что для нас, что какая пища благоприятна, чтобы овну, ну, чтобы в рационе овна было, и что, к чему они склонны. Во-первых, овен – это планета Марс. Да? Для овнов характерная энергия и состояние раджас, когда они нетерпимы, когда им нужно делать, они могут перехватывать на ходу, они могут не уделять достаточно времени пище, вот, чтобы нормально покушать. Да. Для них важен, конечно, бывает, это я сейчас говорю в целом, да, у нас миллиарды человек на Земле, но я говорю в целом, можете видеть что-то общее, но что-то может не сходиться, потому что все равно у вас есть ваши персональные данные.
Вот, но планета Марс — это прежде всего давление, кровяная система, да, это сердце, это очень важен состав крови человека при таком, при вот, Овен, да, потому что Марс, он может либо недостаток железа давать, то есть нужно проверять, Марс может давать. Яночка, я имею в виду, сейчас рассказываю про знак зодиака по солнечному знаку, по нашей традиционной, потому что сейчас не все знают свой знак зодиака в ведической астрологии, да, у них нет там знания того, какая у них карта, а 50% влияния по Солнцу рожденного в классической астрологии все равно есть. Поэтому я рассказываю про классическую астрологию. Вот вы родились как бы с этим знаком, то, что 50% влияния будет, да, у кого-то будет 100% влияния знака. Вот, потому что ведическая астрология... Может быть, другой знак зодиака. Там не все, как я уже говорила, предыдущих эверов, стопроцентные львы, стопроцентные овны и так далее. Кто-то бывает там овен-дева и так далее. Я сейчас говорю про классическую астрологию, то есть по солнышку, те, кто мы по солнышку. Продолжу про овна. Овен — это планета Марс, это страсть, это движение. Овны мало склонны к полноте, потому что они чаще всего подвижны, потому что для них характерен спорт. А для них очень важно проверять, как я говорила, кровь. И вообще, в принципе, питание важно, чтобы было железо, да, чтобы поддерживало. Важно следить за состоянием сердца, важно следить за состоянием, как вот давление кровяное, да, чтобы вот не было проблем в этой сфере, потому что они к этому склонны. Важно находить время на отдых. В питании нужно придерживаться, немножко еще отступлю, аюрведа не поощряет поедание мяса, потому что мясо – это нарушение самого главного закона о ненасилии. Считается, что с мясом человек получает энергию убитого животного. Да? Поэтому аюрведа это не приветствует. Я не настаиваю для вас, чтобы вы не ели мясо. Я просто говорю, что сейчас я по знакам зодиака буду говорить. Конечно, здесь в классической астрологии могут быть и мясо, и рыба. Но по аюрведе вообще, по тем, кто... хотят больше стремиться к духовному. Главная рекомендация в питании – это исключение мяса, рыбы и яиц. Это считается особенно мясо, потому что, как я говорила, это энергия убитого животного, которая не несет благости, а несет разрушение. Могу по себе сказать, что когда я отказалась от мяса, я ужасно мясоед была. Было немножко сложно, но потом как-то, я не знаю, сейчас... Уже 4 года, 4,5, да, как я начала заниматься астрологией. И достаточно хорошо, ничего у меня не выпало. Наоборот, у меня больше энергии. Даже анализ крови, когда у меня всегда было очень низкое количество железа, показывает, что у меня сейчас нормальное количество железа, что странно, да, потому что вроде бы как мясо нужно есть, но когда я ела мясо, было наоборот абсолютно. То есть, не знаю, мифы про то, что энергии нет. У меня наоборот все, то есть сон наладился, никаких там ужасных сновидений, таких вот вспышек. То есть для меня это было благоприятно, я это почувствовала. Ваше решение, как вы хотите, хотите есть, хотите нет, это ваше. Ну, в аюрведе есть такой вот пункт, о котором я вам должна была рассказать. Так вот, но в классическом понимании знаков зодиака все-таки Овен есть такое рекомендация потребления мяса, да, ну... Опять же, это от вас зависит, как вы хотите воспринимать эту информацию или нет, но здесь просто могут изменить какие-то витамины, минералы, богатые железом. То есть овнам важно, чтобы было правильное количество железа, чтобы было цинк, чтобы проверяли давление. Да, Марина, рыбу тоже нельзя есть. Я рыбу ем. Я не стопроцентный прямо такой, прям, наверное, аюрведист в этом плане, потому что как-то, я не знаю, вот если мясо, мне я прям почувствовала отторжение, но рыба нормально. Я не чувствую, не знаю, там принцип насилия, не насилия, вот как-то я с рыбой не распрощалась, с мясом распрощалась. Но считается, почему рыба, а почему и рыбу тоже нельзя, потому что считается, что рыба питается... Ну,
морскими там, водорослями и так далее, а мировые у нас реки, океаны, туда стекает вся грязь, канализации, да, и, соответственно, рыба это потребляет. На самом деле только правда в этом есть, потому что не думаю, что нам поставляют рыбу из экологически чистых мест здесь, да, то есть рыба живет там, где отходы сливаются и так далее, она этим питается. То есть, и еще такой момент, Наташа Киселева, ты озвучивала его, на самом деле есть такое одно из предсказаний, которое не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но все же оно есть, про 21 год и про опасность от морепродуктов, от рыбы. То есть, что может содержаться какая-то болезнь именно в рыбе. Не опровергнуть, не подтвердить я это не могу, но информация такая есть среди моих знакомых астрологов и нумерологов. Такое есть обсуждение, предсказание. Пока к общему выводу не пришли, но все же как бы в связи с последними событиями все может быть. Я уже не отрицаю, что возможно оттуда, так как загрязнение мирового океана происходит, да, и, к сожалению, все у нас не очень экологически чисто. Но, тем не менее, решать вам. Продолжим. Мы начали с умным, и я так переключаюсь. Ну, простите, меня сегодня опять раджас, я еще и кофе пью, да? Вообще все. То есть, поэтому мысли и скачут. Еще одна проявление раджаса, когда человек начинает говорить, а потом он начал, я вспомнил что-то другое, не закончил мысль, и другой человек думает, а что же мне хотели сказать? Постараюсь исправиться. Значит, продолжу. Овен, еще раз. Для овнов важно правильное потребление пищи, не перекусы, не перехваты, не какие-то фастфуды, а правильное приготовление пищи. В классической астрологии для них важно потребление мяса. Я рекомендую заменить все же, да, по возможности цинком, либо пищей, богатой железом, это шпинат, гранаты, это благоприятная авокадо тоже для них, капуста, орехи, то есть такого плана. Ну и в принципе для людей с классическим овном, да, который знак зодиака Овен, для них не характерно, для них очень редко характерно проблемы с весом. Потому что они в движении вечно. Они даже могут много кушать, такое может быть и быть худыми, да, то есть обмен веществ хороший и подвижность такая хорошая. Телец. Вот телец как раз склонен к полноте. Почему? Потому что этот знак зодиака любит баловать себя. Если телец не занимается спортом, все, там может быть сложности в этом, потому что телец любит и всякие колбаски, и сладенькое он может любить. Он любит вообще поесть, да, для него еда это наслаждение. Поэтому тельцу нужно следить обязательно, чтобы в его жизни были физические упражнения, отказ от различного рода вот таких, уж если это мясо, то пусть мясо, не колбаски, там, я не знаю, всякие майонезики, да. Это все нужно убирать тельцу, потому что это то, что поглощает его энергию, не дает ему возможности свои творческие идеи реализовывать, других вдохновлять, да, поэтому тельцу важно исключить вот эти вот питания, которые ну, не дают ничего полезного, наоборот, забирают энергию. А, ну, со сладким тоже, так как это Венера, нужно быть очень избирательным. Если это сладости, то это могут быть различные сухофрукты, это может быть мед. Это, ну, кстати, склонны к аллергиям еще тоже нужно за этим смотреть, да, то есть не все пойдет. Но если это сладости, они должны быть полезными сладостями, желательно, казинаки и так далее. То есть все мучное, сладкое, жирное тельцам нельзя. Не знаю, обрадует вас это или расстроит, скорее всего, расстроит, вы любите вкусно поесть, но для вас это не несет никакого развития, не несет никакой пользы вашему организму. А близнецы. Близнецы – это у нас планета Меркурий. А таким людям, они активны, тоже, кстати, менее склонны к полноте. Среди близнецов много, наоборот, таких людей, знаете, как поджарых таких, которые энергичные, либо очень такие худенькие. Для близнецов это вот есть такой момент, они склонны к этому. Они могут еще есть и не толстеть, либо могут очень
как бы толстеть, но не сразу. Знаете, есть люди, которые понюхают там пирожное, и они уже потолстели, а есть те, которые кушают, и стройные. Так, вот такое бывает. Вот для близнецов характерно то, что они могут кушать, и и не толстеть. Для них необходим пища, богатая фосфором. Если мы исключим там понятие аюрведы, то здесь может быть и рыба, да, то есть как фосфор должен присутствовать в их, потому что в их питании, потому что им важна правильная работа мозга. Для них ум – это все для них. Ум и общение для близнецов – это самое главное. Без общения близнецы никуда. Общение должно быть в благости. Не сплетни, то есть социальная активность близнецов часто очень активная, но общение должно быть в благости, потому что тоже отдают энергию на ненужное, на обсуждение, на сплетни. Это все нужно исключать, только в благости. А, рак. Раки любят домашнюю еду, сами любят поготовить, да. А вообще для раков есть такая склонность. Это планета Луна. И здесь, если она у нас в благости, то это хорошо. А вот если она в негативе, для раков характерна мнительность. Они могут болеть, там, не знаю, у них что-то заболит чуть-чуть, и они уже болеют смертельные заболевания, потому что они так думают. Для них характерна мнительность, они могут сами, особенно женщины, сами ставить себе диагнозы, как и девы, в принципе, да, раки вот к этому склонны. Они могут уже переболеть всем, чем угодно, перед тем, как прийти к врачу, уже несколько раз, там, не знаю, умереть со страху. А для раков тоже склонны, они склонны к полноте, потому что, как я говорила, они любят домашнюю еду, они сами любят готовить, как и тельцы, в принципе, да, они любят что-нибудь приготовить вкусненькое, они любят домашненькое, они любят пирожки. А вообще самая такая важная проблема для раков – это щитовидная железа. И здесь необходимо, часто у них могут протекать заболевания, просто быть слабость, да, энергии нет. Но на самом деле это не какое-то заболевание сложное, а это просто проблема с щитовидной железой. Да, нужно проверять ее. Поэтому здесь важна морская капуста. Что там еще у нас? Все, что для щитовидной железы необходимо, там, не знаю, все продукты в этом рационе. Лев. Это планета Солнца. Здесь для людей характерны болезни сердца, потому что они могут тоже чересчур быть восприимчивы, да, к чему-то. Но вообще львы, они могут часто не обращать внимания на какие-то заболевания, потому что они, ну, это короли и королевы, да, и для них как бы там, если заболевание, то... Ну, есть и есть. Но как бы они не очень склонны, так вот, не очень мнительны, как раки, да, в этом плане. Но здесь, правда, самая такая основная болезнь всех львов – это сердце. Поэтому нужно кушать инжир, а зрение также, да, нужно следить за зрением, потому что это характерное заболевание, если солнце в негативе, тем более. То есть здесь тоже нужно смотреть за этим. А для девы. Дева – это... Здесь это тоже Меркурий, но здесь больше земной Меркурий. И здесь либо дева может вообще не обращать внимания на заболевание, либо она может провести анализ одной болячки такой, проанализировать так, что она уже себе тоже поставит диагноз, другим поставит диагноз, да, спросит, порекомендует, там, просмотрит информацию, назначит лечение. Вот, поэтому здесь тоже такой есть момент. Нужно рассматривать, нужно обязательно... при каких-то сложностях в организме идти к врачу, а не заниматься самодиагнозированием, потому что для дев есть такая склонность к скрытым заболеваниям, то есть нет энергии, да, такого плана, то есть может быть. И на самом деле там как таковых сильных проблем нет, но они могут надумать себе вплоть до, не знаю, что все плохо. Для девы необходимо просто дополнительно потреблять какие-то витамины, чтобы были в питании, да, витамины, дополнительные вещества, минералы, то есть вот такого плана, как-то дополнительно овощи, фрукты, ну вот витамины, которые она не может получить через питание дева, да, знак девы, необходимо дополнять минералами. Весы. У весов, кстати, достаточно хороший иммунитет.
но тоже есть склонность побаловать себя. А для весов, ну, у них как либо строго вообще ничего не ем, либо ем все и сразу, да, тоже может быть такое. Поэтому для них важно в питании придерживаться определенного режима. То есть если я кушаю так, там я вечером, там целый день я ем правильно, а вечером я ем чипсы, там, не знаю, сладости. Нет, так не должно быть. Я целый день питаюсь правильно, у меня есть там какое-то там, диета, да, распределение. Вот я ее и придерживаюсь в течение такого-то времени. Но я не пытаюсь там, я не знаю, о, все, день хорошо покушал, все, можно теперь расслабиться. Да, такого так неблагоприятно для весов. И главное такое тоже. Так как это Венера, у весов важно исключить всякие такие вот неправильные вкусные вещи. Да? Печеные, тоже сладости. Весы склонны к интоксикациям, поэтому и они, в принципе, тоже склонны к лишнему весу. Хотя они могут быть, если в благости, очень подвижными и общительными. Но вообще весы... А для того, чтобы у них раскрылась творческая энергия, им важно питаться правильно. Им важно питаться именно пищей, которая поддерживает раджас, да, то есть всякое, как я говорила, сладенькое, мучное, а та, которая дает энергию и пища, богатая праной. Пища, богатая праной – это овощи, фрукты, это то, что солнышко заряжает нам, а мы кушаем. У весов открывается... Практически все весы талантливы. Найдите свой талант. Открываются таланты. Козерог. Козерог – это Сатурн, планета Сатурн, и это пристрастие к жирной пище. Такое может быть. Здесь необходимо вот исключать такую тяжелую жирную пищу, чтобы она в рационе была исключена. То есть, так как Козерог тоже склонен к полноте. Также Козерогу необходимо, чтобы в питании были... орехи, такого вот плана. Важно исключить шоколад, да, потому что они тоже могут сладенько очень так, употреблять хорошо. И, ну, вообще, как бы, да, козерогам желательно исключить копчености, жирную пищу, тоже такую, которая вводит их в плохую гуму, да, уводит. Водолей тоже это планета Сатурн. Но здесь немножко другой Сатурн. Водолей может кушать немножко, даже у них может быть странные пристрастия, странный вкус. Они могут любить то, что другим кажется очень странно и невкусно. Они могут, у них могут быть, могут часто кушать, да, частая потребность в питании. Для них очень важны молочные продукты и овощи, чтобы были в их рационе. Для водолеев вообще важно, чтобы у них тоже был какой-то график, там, допустим, если очищение, да, чтобы очищение от шлаков, от токсинов, чтобы это было, там, допустим, не раз в 6 лет, да, там, не знаю, а чтобы вот раз в месяц очищение в такой-то день. Благоприятнее всего в субботу водолеям, как и козерогам, да, планета Сатурн, соответственно, суббота. То есть... Допустим, по субботам у меня будет только на овощах и фруктов, да, разгрузочный день. Очищение от шлаков, токсинов. Водолей будет себя чувствовать лучше. Опять будет энергичный, полный идей, реформатор, всех заряжать и вперед, и направлять. Да? То есть здесь хорошо будет именно какие-то детокс-программы или очищения. Рыбы. Рыба – это планета Юпитер. Единственный, кто такой денежный знак – те, которые могут любить деньги и быть достаточно богатыми, как и львы, в принципе, но рыба – это Юпитер. И Юпитер – это такая тоже планета, которая в гороскопе вообще она дает склонность к полноте. Но здесь больше нет того, что прям вот все люди, там, кто будет рыбой, они будут толстенькими, да, там, полненькими, у них будут проблемы с весом. Здесь, в принципе, для каждого есть свое понятие, как для меня хорошо. Там, не обязательно всем быть суперстройными, там, я не знаю, худыми, да, кому-то хорошо и в среднем телосложении. Но для рыб просто характерно, именно характерно, что они могут с детства
страдать от того, что им не хватает энергии именно из-за того, что у них небольшой такой вес, да, слишком такой избыток веса. Поэтому им тоже нужно следить за диетой, им нужно обязательно рыбу, самое главное для рыб – это вода. Здесь нужна именно вода, да, в течение дня, не кофе, чай, соки, а чтобы был правильный баланс воды. Потому что если у рыбы нет воды, рыба – это вода, да? Если нет воды, соответственно, они могут чувствовать усталость, утомляемость быструю. То есть здесь обязательно следить за этим. Плюс еще для рыб очень хорошо мед и орехи, тоже как сочетание. Мед, орехи, прям сделать баночку и так вот как сладость кушать. Это будет такая полезная сладость для рыбок. Вот, это если мы посмотрим на знак зодиака и что для них хорошо, и что необходимо для того, чтобы поддержать энергию. Я надеюсь, я немножко вам открыла эту тему. Я понимаю, что хочется, наверное, немножко чего-то индивидуального, да, вот для меня, но здесь для всех я не могу подобрать там какие-то рекомендации, которые будут хороши для всех, это в целом. Ага, я пропустила скорпионов и стрельцов, спасибо. Да, я их пропустила. Спасибо. Алёнушка, они у меня не пропадут, я про них расскажу. Значит, скорпионы. Скорпионы – это планета Марс тоже, да, это тоже связанные с кровью в основном, да, заболевания, которые могут быть. Здесь либо чрезмерное давление кровяное, да, если как бы ну, в негативе проявляется, либо недостаток этого же давления, то есть недостаток энергии. То есть у скорпионов может быть как одно, так и другое состояние. Поэтому скорпионам необходимо обязательно, чтобы в рационе были такие быстро усваиваемые продукты, да, то есть не тяжелая пища, а именно которые овощи, фрукты, которые быстро перерабатываются и дают энергию. Плюс им все же тоже необходимо следить за сердцем, за кровяным давлением. Вообще скорпионам важно следить за травмоопасностью, за тем, куда они там с экстримом, чтобы быть аккуратнее, чтобы экстрим был оправдан, потому что для них это травмы, это тема скорпионов, они это так, самое главное их такое предостережение. В питании необходимо, чтобы было обязательно все зеленые салаты. Также, так как у нас это планета Марс, здесь тоже важны гранаты, красные яблоки. Здесь важно красный перец, вот красного цвета продукты, красного и зеленого цвета, проще говоря. Так. То есть они помогут скорпионам обрести необходимую тоже энергия, чтобы была в сатве больше, да, чтобы она была в благость уходила. Скорпионы – это тоже реформаторы, да? Они двигающая сила, они подвижны. А стрельцы? Стрельцы для меня на самом деле такой немножко знак, который у меня встречается часто. Мы не часто, точнее, мы с ними, как и скорпионы, в принципе, да, мы с ними, в принципе, достаточно хорошо дружим. Но вот в питании для стрельцов очень важно, чтобы у них тоже был не перекусы, перехваты, да, потому что для них это характерно, а правильное питание. Стрельцы зачастую могут очень хорошо готовить, да, но времени на это у них нет, потому что они тоже достаточно активны и у них достаточно много идей. Стрельцам необходимо просто очень важно следить за тем, чтобы в их рационе не было такого, как опять алкоголь, да, курение, потому что они склонны к этому как больше, чем другие знаки зодиака, то есть к пристрастиям. Поэтому здесь нужно следить за этим тоже. Кофе, много кофе, да, для стрельцов характерно. А в питании что необходимо для стрельцов? Здесь могут быть как продукты, как вот дыня, да, желтого цвета, дыня, желтые яблоки, желтый перец, специи тоже хорошо, очень правильно подобранные, да, имбирь, очень хорошо, вот лимонный имбирь и мед,
как напиток для стрельцов, для поддержания энергии, для улучшения иммунитета. Это те вот как бы, такие советы для этих знаков. Прошу прощения, что упустила их, они у меня как-то затерялись. Ни в коем случае не хотела обидеть стрельцов и скорпионов. Скорпионы у меня встречаются, да, но стрельцы пореже, но все равно эти знаки, они очень важны, и они дополняют весь гороскоп. Поэтому прошу прощения всех стрельцов и скорпионов. Да, что я хотела сказать. Конечно же, помимо питания, здесь важно, как я говорила, и атмосфера подачи, да, как вы подаете, как вы кушаете. Кушаете ли вы это быстро, чтобы вот просто наесться, либо вы это садитесь, наслаждаетесь кусочком, да, пищи. Особенно хорошо все вот это чувствуется, если вы делаете разгрузочные дни и не едите, там не кушаете один день или два дня, да, после этого там, у вас какой-то завтрак или прием пищи, даже фрукта, вы чувствуете вкус каждого продукта, вкус, вкусовые вот эти сочетания. Это вообще, это абсолютно по-другому. Даже если вы не делаете разгрузочные дни, попробуйте, как я говорила, приготовить пищу именно с энергией, включить музыку, не там сериал смотреть и там нарезать, да, а именно вот как вы готовите, там чистите. Да, мы делаем это часто, часто у нас это как рутина, но попробовать все же стоит. Это первое. Во-вторых, как вы кушаете, как вы подаете пищу, подаете ли вы ее просто там, я не знаю, прям со сковородки кушаете, да, либо вы подаете красиво украшенный стол, бокалы, да, сервизы с бабушкин, которые храните. То есть атмосфера, она тоже очень важна для того, какую энергию вы получаете от питания, подача, как вы кушаете, вот прям каждый кусочек, возьмите, прям почувствуете, там, не просто автоматически за разговором, за просмотром телевизора, а с наслаждением. Тогда вы увидите, какая разница между обычным приемом пищи и приемом пищи, который вот, там, не знаю, очень-очень быстро поедается, да? Вот. Это то, что сегодня у нас про питание. Я постараюсь еще эту тему осветить немножко в другом ракурсе, потому что она обильная такая, в ней не очень много информации можно узнать, рассказать, поэтому я постараюсь ее еще осветить немножко в других ракурсах позднее. Сейчас давайте определим, кто у нас выиграл. Так, вот у меня тут случайный диапазон случайных чисел. Я не помню, кто под какими номерами. Я просто нажимаю от 1 до 25, количество один номер. Вот у меня, я не знаю, видите, 24. 24, кто 24, напишите мне. У вас вы получите в подарок активацию на июнь. Давайте уж так. Я это делаю не для того, чтобы привлечь кого-то на свою страничку. Мне просто приятно, что мы с вами общаетесь. Вы, не знаю, у меня это эфиры уже, они раньше как-то страх, да, сейчас они приносят как общение, такую энергию благоприятную. Поэтому я хочу как-то вас, этот розыгрыш для того, чтобы как-то вас поблагодарить за это. Давайте я еще сделаю два числа, то есть 24. Давайте посмотрим, чтобы исключить повторение. Еще выберем. Так, номер 7. И еще одну, да? Номер 4. Абсолютно случайно. 24 было, да, 7 и 4. Ну, вот сегодня 7-е, может быть, как-то генератор случайных чисел и Вселенная решили, что вот семерочки нужны. Пожалуйста, напишите мне личное сообщение всех, кто под этими номерами. У вас в комментариях каждому из вас у вас был номер за вами закреплен. Поэтому посмотрите в комментариях, если вы не знаете, к какому вы номеру. Вот, напишите мне личное сообщение, я вам обсудим, как вы получите расчет и на какую сферу жизни мы с вами определим. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Если у вас есть тема, которую вы хотели бы, чтобы я осветила, пожалуйста, напишите мне. Я буду рада это сделать, потому что у меня есть о чем вам рассказать, но, может, у вас есть темы, которые вы очень хотели, о которых услышать. Я вам скоро расскажу про июнь. Он у нас будет непростым. У нас там коридор затмений. И так непросто, да, куда еще? Но, тем не менее, у нас там будет лунное солнечное затмение. Если у нас были события мирового масштаба, то здесь будет
сознанием сложности, да, то есть будет кидать от состояния «я хочу все изменить» до состояния там, «я хочу забиться в угол». То есть крайности будут характерны даже для очень сильных людей. Я вам расскажу, что характерного для июня, а в следующих, наверное, эфирах или ближе к июню, вот, и как можно избежать, какие периоды наиболее будут такими концентрированы, как можно избежать негативного воздействия этого периода. Всем хорошего дня, было очень приятно с вами. Всего доброго. Сейчас, секундочку.